Ай, ладно, блин, твою мать, уже успели воскреснуть. Так, легли обратно. Все. Подожди секундочку. Секунду, парень. Ну, сука, ну дай же мне захватить его, а, я тебя умоляю. Вот так вот. Ава, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Средиземье. Тени войны. Талион выслеживает проклятого предателя Бруза в Кирит-Унголе. Но вот мне интересно, друзья, вот говоря о продуманности игры, заметили все, что она такая вот стильная? У нее есть определенный шарм. Это видно по всему, на самом деле. От шрифта до всех этих мелких деталей и финтиклюшек. Кроме одного. Вот этого. Вот именно вот этого. Ну вот кому, просто кому из разработчиков пришла такая гениальная идея оставить, сука, системный курсор? Ну почему? Ну как же так? Он, сука, режет мне глаз изо дня в день. Это невозможно просто. Но игра, ну, супер стильная. У нее реально есть свой стиль. Я еще раз 10 раз могу сказать стиль. Ну какого хрена? Ну как же это так? Не, ну если вы считаете, что это нормально, ставьте дизлайк под этим видео. Серьезно, вот ставьте дизлайк под этим видео, я буду знать, что я один такой маньяк. Вот честно. При том, при всем, что да, я реально маньяк, потому что эта игрушка на 75% мне нравится именно потому, как она выглядит. Именно из-за того, как она выглядит. Ладно, ну это минутка бомбления, но я ее люблю, если что. А насчет курсоров я уже не буду сильно вдаваться в подробности, но скажу так. В гребаном втором Варкрафте, который вышел еще хрен знает когда. Некоторые люди о его существовании просто не знают. Даже. Но в нем, сука, курсор интересный. Гребаная лапа орка. Или рука человеческая. Но это, я не знаю, как это объяснить. Но меня это бесит, честно. Какого хрена? Итак, Брус захватил ваших сторонников и отравил их. Спасите их, пока они не умерли от яда. 15-й шепта. Окей. Че? Сделаем. Ну, этот курсор. Следопыт, нам надо поторопиться. Следуй за мной. А еще вот этот вот... Дай угадай, ты получил еще одно послание от Бруза? А, и новости тебе не понравятся. Брус поймал нескольких твоих парней и отравил их. Он дал понять, что если ты не поторопишься, они умрут. Ой, да ладно. А еще вот смотрите, крысарий. Он, сука, на 90% похож на гоблина. Серьезно. Но он орк. Он и ведет себя как гоблин. Они такие хитрые, такие, знаете, вот... Через жопу у них все получается, но получается. И вот он классический гоблин. Но он орк. Ну такое. Крысарий, ты же понимаешь, что ты гоблин? У тебя душа гоблина просто. И тело гоблина. Но ты орк. Какое, короче. Куда мы с тобой вообще ломимся? Где эта скотина отравила наших парней? This is the place. Так, вот место. Ты же мне помешаешь явно, да? Если я тебя не завербую. Итак, убить 5 врагов ударами из тени. Подожди секундочку. Я тебя ожидал, Брус сказал мне, что я помучил твоих ребят, и мне спрашивать меня не пришлось. У меня стоит, по-моему, не убиение из тени, а где там оно было? Удар из тени. Подчинение из тени, удар из тени с притягиванием. Притягивание отмеченных врагов к себе. Соедините. Нет, подожди. Мгновенно приблизить врагу, прицелившись. X, чтобы убить. А, E, чтобы починить. Хорошо, все нормально. Окей, все окей. Где тут, кто тут? А давай на тебя это подействует. Ой, не то. Не то, это не та кнопочка. Ладно, окей. Ничего страшного. Давай так. Первый пошел. Надо своих спасти. А там есть орки? Раз, далековато, да? Не берет на таком расстоянии. Ладно. Сосредоточение закончилось.
пожаль. Зараза, тут так мало орков. Вообще-то было в прошлый раз до хрена, а тут на тебе. Мало. О, вон там. Отлично. Есть. Но стрелы заканчиваются, да? Надо бы их где-нибудь наковырять. А вот здесь даже. Подождите, парни, подождите. Серьезно. Секундочку. Давай. Наверное, стоит сделать прямо сейчас, чтобы потом не париться. Хотя перемещаться этим удобно, конечно, здесь будет. Область именно такая, лазить долго, но все-таки. Да пошел ты нафиг. Надо освободить нашего первого пацана. Наконец-то. Что ты тут делаешь еще, а? Так. 29 уровня. Это вообще ничего и в ус не дует. Там... А ну где ходить, что ли? Стоять. Так, там один и справа один. Хорошо. Ребята. Ой, туда далеко, да? Ну ладно, давай сюда сначала. Я надеюсь, это не на своего. Я при... Они кабриолеты захватили? Да ты гонишь просто. Батенька, ну это вообще... Нет, ну ты как бы это... Не быкуешь, что ли? Вот. И ты тоже, кстати, не быкуй. Тут даже наш пацан или нет? Нет, это не наш. Ты ушел, а ты... Мазло ты! Ну, наше мазло будет. Так, кабриолет, ну как же ты мог? 29 уровня, Брут же намного слабее тебя. Тебя. Давай его. Как тебя освободить вообще? Не освобождай. Что с тобой делать вообще? Ай, спереди, хорошо, хорошо, окей. Ладно. Я отпанул, согласен. И никого, да? Вот и никого. Ладно. Эх, не долетел. Или он не схватился бы за эту хрену. Там вообще хоть кто-нибудь стоит? Ребят, вы вообще его не охраняете, что ли? Похоже, что да. Ты не капитан. Да хватит трындеть, я все равно не читаю. Гас, да хоть кто-то здесь вообще есть? Нет, здесь только мой Карагор пасется и все. Твою мать. Ну, может быть, там кто-то и есть. На кого я смогу дострелиться. Парни, парни, вы все усложняете. Да в этой локации должно было их быть в два раза больше, я считаю. Хотя, наверное, оно и есть в два раза больше, это просто для этого задания убрали парочку парней. Давай. Так. Где тут наш парень? Чуть выше, да? Залезем. Еще чуть-чуть. Давай. Да ну нет, пожалуйста. Как бы, я тут зашел. Да. О, да ладно. Сейчас явно кто-то появится, нет? Победить сторонника Бруза. Где этот сторонник? Вон. Нет, вот он. А может быть завербовать его, а? Наконец-то! Нет, я не подведу Бруза. Ты поплатишься за то, что ты с ним сделал. Что я с ним сделал? Ты, легкая мишень. Что я с ним сделал? Ничего же не сделал-то с ним еще пока. Завербуем, короче. Давай. Эй! В смысле? Что это было? Все ж свои. Видать, такие косоглазые, что
По талию мы попали, а не по этому крепу. Ты будешь мне служить. Я буду твоим избранным. Ой, ну это ты загнул. Нет, нет, избранным ты... Нет. Слабоват ты слишком. А, он разъяренный, понятно. Разъярен. Получено очко навыков, дела, 200 золота, хорошо. Где Брус теперь? Где вот он? Где эта скотина? Опять смылся в другую локацию? Ну это уже бесит. Какого хрена он вечно улепетывает? Поединок. Ну да, тут только задание Карнан. Так, а где этот Брус? Стерегости. Вот зараза, он теперь везде будет захватывать. Гуляет по всему Мордору, гадина такая. Ладно, выполним задание Карнан. Оно вроде как тоже должно быть интересным. Давайте откуда? Давай, наверное... Да, блин, он везде здесь бегать придется. Ладно, давай отсюда. Тут хоть попрыгаем. Кстати, неплохо бы я сейчас заценить, какое барахло у нас стоит здесь на стенах. Армия. Известный вождь. Здесь кого-то тусуется. Так. Шов, значит, лежит, все остальные стоят. Ладно. Да не надо мне о нем узнавать, в принципе. Давай попробуем посмотреть. Да нет, ничего нет. Вместо этого неизвестного даже некого поставить. Хотя нет, есть кого поставить. Накла. Проникнуть. А ну-ка. Это ты? Нет, стоит вот тут крендель. Вроде как он должен был пропасть, но нифига, он стоит до сих пор здесь. Я даже не знаю. Может, даже его убьем. Потом. Толстячок, что-то тут забыл вообще. Так. Мы направляемся пока что к заданию Карнан, а там разберемся с этим кренделем. Тут копейки валяются, да? Давайте возьмем. А где? И копеечку. Ага. Ну-ну. Ребят, чего вы так вальяжненько ходите здесь? В любой момент нападения, а вы такие вальяжные. Ой, ладно. Ползи давай, ползи. До того дяди недалеко, поэтому... Эх, не попадешь, да, на крышу? Поздновато я жмакнул. Так бы попал бы, может, еще. Давай. Итак, Карнан, что тут нам хочешь сказать? Культуристы Зога. Культисты. Пытаются воскресить лучников Маргота или Моргота. Древний орден орк-воинов. Объедините силы с Карнан, чтобы сорвать ритуал и вернуть лучников в могилу. Ну, объединить силы, это, я так понимаю, послушать ее наставление, да? Восстаньте, они восстанут лучников Моргота. Пускают. Заняты делом рабы Зога, лететь мы должны... Лететь мы должны лететь. Ну хорошо, полетели. Нет, нет, наставлений не будет. Понятно. Хорошо, итак, победить лучников Моргота 40 штук. Очистить тотем некроманта 3 штука. 3 штуки, 3 штука, ладно. Как выглядят тотемы некромантов, мы уже знаем. Это, кстати, не он. А что это так, вообще такое, между прочим? Статуя какая-то, хрен знает, пойми какая. Вот они! Мы должны их тотемы уничтожить. А иначе они восстанут, да? Ладно, давай сначала к тотемам. Слушайте, они мне так и Карнан пуканище подорвут. Заморозили, а тотем? Так он не уничтожится. Ладно, хорошо. Спешится, спешится. Карнан припарковали и все. Так, давай-ка, полезли. А, нет, не полезли. Отмена, отбой. Ребята разошлись.
Эх, ладно. Ну давай, может успеешь? Хрен там, не успеешь, ладно. Надо устроить ребятам... А, кстати, зачем? Зачем? Можно же ускориться. Вот. Пока они горят, можно успеть захватить. Если то не лучник, а то не лучник. Так, ну неплохо было бы захватить. Не захватить, просто убить. Так, Карнан, ты где там припарковал? Я где? Вот ты где. Два или один снимают? Две единицы стрел снимают, когда я прыгаю на нее, или одну? Карнан, ты, пожалуйста, их можешь пока покрошить, пока я тут буду разбираться, а? Нет? Не судьба? Если никто не попадет, то мы захватим сразу. Ладно. Карнан, туда. Мы потом их добьем всех, потому что так будет проще. Я, кстати, не знаю, они воскресают только вблизи этого тотема или, в принципе, если есть хоть один. Поэтому как бы так вот как-то. Давай. Так, ты лучник? Нет, ты не... А ты какой-то даже прикольный, нет? Нет, он обычный совершенно. Так, ребята. Ребята! Все! Тихо, давай. Успеваем. Ну ты не подлая ли ты, тварь, а? Ну как же так, а? Ай, ладно, блин, твою мать, уже успели воскреснуть. Так, легли обратно. Все. Подожди секундочку. Секунду, парь. Ну, сука, ну дай же мне захватить его, а, я тебя умоляю. Вот, спасибо. Где ты? Просто где ты, твою мать, был, а? Ученыш. А ты, вот что ты там делал, а? Подлина. Кстати, жизнь не восстанавливается, по-моему, когда их так... Или она не восстанавливается, потому что они мертвые. Нет, восстанавливаются, но мало. Ладно, Карнан, давай сжечь, короче. Давай сжечь этих тварей. Осталось сжечь ровно 30 штук. Фига себе, тебя шпигуют просто. А если Карнан помрет, то все? Может, стоит спешиться? Шпигуют капец. Немного этот небольшой радиус у этого взрыва. Ох, нифига не видно за твоей башни. Так, в смысле, они еще живые здесь? А. Да я знаю, что у тебя кровотечение. Карн, я все это знаю. На тебе. Зацепило, да? Если она помрет, я так понимаю, задание в топку. Поэтому чувствую, надо будет спешиться, паркануть ее где-то и все. Давай уже. Ну такое, эти выстрелы ледяные. Не ори, Карнан, пожалуйста, только сбиваешь. На! Итак, 30 штук осталось, но Карнан уже просто на исходе, скажем так. Где тут еще десяток-то это набрать? Ага. Карнан, ты повторяешься! Она вообще легкая мишень на самом деле. Даже очень. Особенно учитывая, что я медленно летаю. Не? Ну ладно, давай так. Вроде убила. Все, Карнан уже почти закончила. Ну и орков тут осталось 4 штуки.
Знаю. Знаю. Так, три. Ага, и все они там. В принципе, может и хватит. Давай на скорости прямо сейчас. Попытаемся. Все, да? Нет, тут вполне хватало кармы, даже с моим мега-крутым управлением. Найди Зога и его приспешников, бессмертный. Очисти их огнем, не щадя никого. Только огнем мы очищаем. Этим только и живем. Хорошо, окей. В принципе, ничего так. Оригинальное задание. Но! На этой локашке, получается, больше нифига нету. Внедрение. Ну, давайте посмотрим на это внедрение. Мне хочется посмотреть, что это за хрен у нас на стене. Что это просто за хрен? Я так понимаю, что если это баг, до конца прям баг, то внедрение не проканает. Хотя нет, внедрение может и проканает. А вот дальше, когда мы на него пойдем, то никого не окажется. Наверное. Но проверить стоит. Где там? А, прям дверь. Эй! О, давай. Сейчас поглядим, как он внедрится. Угу. Начать. Надери ему задницу. Зря я тебя, что ли, вербовал? Какой же ты уродливый. Драться приходится с одними уродами. Да почему уродливый? Он просто пернатый. Приступим к разрыванию плоти. Опять. Ничего не нанес? Понятно. Ну давайте его. Крошите. А наш парень, я смотрю, забыл, что у него арбалет в руке, да, наверное? Ну просто как бы... Нечестно же стрелять, да? Чувствую, эти танцы будут долгими. Ну, джентльменский бой, хорошо, джентльменский бой. Один алок его валяет, покуда он его валяет, то ничего не будет. Слава богу, что алок обыкновенный, и он должен рано или поздно сдохнуть. Хотя у этого кренделя кость в руке, это вообще... Выстрелить в него, а? Не полуду. Ой, ладно. Может, алоги их запинают. Это будет крайне долго. Потому что у них нет критических ударов. Не повезло нам. Просто нарвались на такого слабака, который даже алога не может завалить. Они его переменно, главное, мутузят. Да ты что, ты даже решил пробежаться? Может, даже выстрелишь? Не, не, наверное, нет. Ну, пожалуйста, выстрели. Я уже жалею, что этот крендель вот первым своим рывком не убил нашего 30-го, блин, козла. Итак, алог наносит 29-й удар по корпусу. Голову он бить явно не умеет. Наконец-то ты его убил! Молодец! Давай, я в тебя верю, ты сейчас этого завалишь за минутку буквально. Глушить начал. Ну давай напрягись там с этой костомахой своей, давай. Он издевается, он знает, что мы смотрим, он издевается просто. Убей его, убей, пожалуйста, ну давай быстрее. Да и еще пару разиков буквально. Ну. Ты проснулся все-таки? Ты просто проснулся? Ну давай, там ему один выстрел уже остался. Короче, я так понимаю, лог должен умереть, да? Наконец-то!
Окей, даже голову отрезал. Это было в 10 раз дольше, чем должно было быть. А, ладно. 7 уровней он получил? Фига себе. Прикольно. Так, подождите, теперь он внедрился же, да? Где это все? Все это где это? Здесь-то. И теперь он появится, когда я буду этого парня убивать. Если только я его найду, да? 512 метров. Недалеко. Жаль, что тут все стенки не пологие. Было бы удобно. Промахнулся. Акелла промахнулся, блин. Да, спасибо. Мужики, ложная тревога. Закрывай ворота. Акелла два раза промахнулся. Нет, в этот раз Акелла уже просто лоханулся. Так, ладно, начать. 1400 опыта даже за него дают. На нашей стене левый хрен. Этот вождь полагается на сигналы тревоги. Пусть этот сигнал звучит, и вождь прибудет ровно туда, куда нам надо. Сброшенные с края враги. 3 штуки. Ой, да ладно, ну сброшенные с края враги. Ну как бы ладно, давай залезем на край, чтобы сбросить кого-то с края. Гады, а где вы вообще тусуетесь-то, а? Это вообще не враг. Сейчас наш там всех их убьет, пока я... Right about now, you're thinking. I certainly stepped in this rock. Крахорн, властелин крыс. Your second clue was my crew. Сейчас ты, небось, думаешь, кажется, я вляпался в шрах. Первый намек. Ой, да ладно. Боится изуверства. Ладно, в жопу эти сброшенные. Хотя. А, это наш. А можно его сбросить, а? Пожалуйста, иди нахер. Ну, отвали отсюда. Не-не-не, ребят, не вы. Вот можно так сбросить или нет? Очевидно, что нет. Темный уже пришел. Ловкач. Что ты там умеешь, темный ловкач? Неуязвим казни, профильный класс ловкач, наездник на корабль, пожалуйста. Все. Ядовитые предательства, вот оно как. Опа, по жопе Карагору. Влип. И он сразу его убьет, только не говорите, что он сразу убьет. Наш орк 37 уровня, если что. Так, погоди. Секунду. Я вообще не успел даже сгруппироваться, мать твою. Ай! Так, спокойно. Братва, спокойно! Мать твою! Как же ты меня бесишь сбивать мне постоянно эту хрень! Я тебя убью. Я тебя убью, серьезно! Или захватить тебя будет проще. Не только он. Не только он старается. Короче. Окей. Ты заколебал просто, серьезно. Ты заколебал. Ты даже не представляешь, как ты заколебал. Ай, давай, все. Завербовать его, что ли? Без комментариев. Талиону чем-то не угодила эта долбанная черепица. Подождите, ребят, подождите. Давай завербуем уже этого крысюка, да. Просто для количества. Нам для количества. Тем более он фуфло, и с него явно ничего не выпадет нормально. И мы командир. Я избранный, все дела, давай. Да-да, давай. Сражайся со мной. Нашего хрена там, в принципе, не так уж сильно прессуют. Учитывая, что он в меньшинстве. Давайте зажжем на вечерухе на это, что ли, ребят. Зажгли чутка. Давай поздороваемся, что ли, с парнем. А, он не любит, когда с ним здороваются. Ну, ладно. О, как! Вот так вот, да? А, тут 24 уровня второй. Тут, я думаю, он такой слабенький. Ну, ладно.
Завербуем, что ли? Завербуем. Да. Тебе таких трудов стоило все это устроить, а мне убить тебя будет совсем не сложно. Попробуем. Парни, да-да-да, идите в жопу, парни, серьезно. А как это так получилось, что я так промазал? Только я тебя увидел, сразу понял, что это долгая история. Даже жаль, что мне придется тебя убить. Ну, он очевидно выше Талиона, но... Это ему не поможет. В смысле, он не леденеет, что ли? Талион, ты... Разучился это делать, что ли? Ты пройдет разверение у него или нет? Или мы его убьем? Потому что если не пройдет, то убьем. Не леденеет он именно потому, что разверел. Так, секунду. Да я знаю. Ты о ком, дочко? Ну, подожди. Ладно, давай тебя завербуем, короче. И будешь продолжать стоять на стенке, только уже под нашим флагом. Пик на тебя. Раз он так хотел стоять на этой стенке, то пускай стоит. Хрен с ним. Да, завербом. А где тут твой этот бешеный? Его уже убили, что ли? Получен уровень 3. Хорошо, хорошо. Где этот придурок разъяренный? Секунду. Секунду. Талион срочно берет всех под свой контроль. Где разъяренный? Я не видел, чтобы его убили. Или его убили, пока я вербовал. Да, ты мой, все. Где он? Убили, наверное? Да, убили, вот он. А жаль, жаль. Я хотел его себе взять, ладно. Не надо. Итак, все, теперь на стенке стоит тот, кто и должен там стоять, в принципе. Наш человек. Окей. Давайте тогда снова по заданию, наверное. Сейчас только проверим, сколько тут наших. Немало наших, хотя они все слабачки. 29 уровень, 29 уровень, 29, 29. Все, они такие себе орки. И высших вообще нет, легендарных здесь нет. Только один тет высший, но... Ну и в качель. Это мы потом уже будем над этим корпеть. Это можно было даже правителем здесь поставить, но ладно. Потом будем корпеть над тем, чтобы нормальных парней в защиту выставить. Итак, это в Горгороте, в Серегосте. Эх! Но он же в Горгород потом ломанется, да? По идее. Брус. По идее, да. Поэтому, наверное, сначала в Серегост отправимся и... Вполне возможно, если мне повезет, он отправится именно в Горгород. Я не помню, был он там? Нет, он там не был еще. Там еще никого из наших не захватывал. Окей. Окей, а что у нас в Серегосте недоделано, интересно? Что тут у нас недоделано вообще? Серегост, ты где? А Серегост там далеко. Что тут у нас есть? У нас тут все, в принципе, готово. Только вот он. Ну ладно. Ох, не факт, что мы успеем. Далеко не факт. Скорее всего, не успеем сделать это задание. Наверное, уже в следующий раз мы его сделаем. Но, может быть, успеем кого-нибудь из легендарных взять. Или из высших. Короче, которые тут ищут соперника. Сейчас посмотрим. Орки постоянно сражаются. Естественно. Это их призвание, они не могут не сражаться. И орки, те, которые гоблины, тоже постоянно сражаются. Кстати. Так, давай глянем, есть ли тут такое... Одинокий орк ищет вот достойного противника. Там бойни. Область атакуют, а этот... Где они бойни, капитаны? Ну, давай сюда. Может, даже успеем. И будет без склеек, без всякого говна. Давай куда-нибудь. Ну, вот. О.
и 200 метров. Так. Это рейнджер, это рейнджер. Расслабьтесь, мужики, все. Итак, из племени бойни ищет достойного противника. Одинокий. Орк. Выше. Бойни там. Тащите сюда инструменты. Пустим ему кровь. Я вообще-то жму X и ни хрена не срабатывает. Ладно, окей. А знаете что? Давайте не будем долго танцевать, наверное, с ним. Вызовем Граугушку. И на Граугушке быстренько его затопчем. Ну, затопчем. Доведем до кондиции, конечно. Потому что явно в серии гости тоже здесь немного парней. А неплохо он справляется. Надо признать, неплохо он справляется с ударами Грауга. Вообще они ничего не наносят. Ну ладно. Доспешишься ты уже. Нет, значит нет. Граугушка, пододвинь жопу. Мы будем его убивать мануально. Угу. Ну давай же. Во. Блин, не видно. Надо было дождаться, покуда он хлопнет Грауга. А то нифига не видно. Ну что ж ты сейчас топтать-то его прибежал? Все, поздно топтать его уже. Все, он научился? Ай, секунду. Хрена не видно. О, завалил его, да? Молодец. Это нам только на руку будет. Давай его. Все, наш. Замечательно. Трепещи передо мной. Будешь наш. Грауга удар он держит на раз. Это у него не отнять. Я жду твоих указаний. Указаний никаких не будет. Надо сейчас только глянуть, сколько у нас тут парней на стенке нормальных стоит и сколько вообще никаких. Фигня, фигня, фигня. Да. Ладно. Этот красавчик, ну, хай стоит там. Так, назначить вождем, назначить... Где этот был крендель-то? Подожди, где он есть вообще? Вот он. Раш. Убивец. Ты не такой уже убивец. Но Раш, да, скоростной. Что же? Это было четко. На самом деле, одна из самых лаконичных серий получилась. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!